привет всем из Алании. Я нахожусь в своем любимом месте, Green Garden отеля пляж. Сейчас скажу вам время. 24 ноября сегодня. 16:47 время. Это вторая часть видео. В первой части мы прошли от Аджара, Артемис Принцесс. Видео чисто для любителей моря. Идем вдоль в сторону White and White, но туда я не дойду, но немножко еще походим. Тут одни рыбаки сегодня, купающихся нет, хотя периодически купающихся людей можно увидеть. Так вот, пустынно и одиноко все выглядит сейчас здесь. Даже на лежаках Green Garden никого нет. Но, возможно, никого нет, потому что время уже к 5 часам. Днем, может, кто-то и загорал, конечно, там. Тут пляжи Монте-Карло, Хризантем. Привет всем, кто отдыхал у них. Вода теплая, я иду ногами. Вода реально теплая. Сейчас вот не было солнца, и на улице было... Ну, море, допустим, 23, а на улице было 21,5. И мне реально вот даже казалось, что теплее намного в море, чем на улице. Тут много рыбаков. Есть люди тут, которые купались, но уже покупались. Ну, купаться сейчас лучше всего идти часам к 3. Самая прогретая вода будет 2-3 часа, идите купаться. То есть солнце будет именно... Самое такое яркое, как бы, и вода будет 2-3, максимум 4. 5 уже начинается ближе к закату, уже может быть немножко некомфортно. Здесь вот детишки, не знаю, местные, наши живущие здесь, может быть. Тут люди вот впереди, которые купались. И дальше по берегу везде есть по чуть-чуть людей. Хотя ни одного пляжа нет до... Это мы уже перешли, вышли из Оба и перешли в центральную Аланию. Blue Wave пляж. И ни одного нету пляжа, работающего до самого White and White. Еще пройдемся, чисто видео для любителей моря. Сейчас уже закат будет начинаться. Еще раз нахожу воду, хоть так покупаться, хоть по колено. Класс, класс, водичка. Blue Wave, что-то они там все так ленточками поперетягивали. Ну и тут вот сколько людей впереди, немало, но ну, вот мужчина один там вышел с воды, а так купающихся не вижу здесь. Почему-то. Эх, россияне, россияне. Как можно не купаться? 23 воздуха и 23 вода. Да, кто там сказал сейчас, а что ты не купаешься? А потому что я не россиянин. Классная отмазка у меня. Потому что я человек южный, выросший на Азовском море, в котором, естественно, мы зимой не купались, а купались только когда оно теплое летом. Хотя оно было не намного теплее этой воды, что сейчас здесь. Такое же и было практически. Ну, иногда на пару градусов больше. Вот, а последние... Последние с... 2002 где-то года, я каждый год по полгода в Севастополе. То есть человек тоже южный, но опять же там я уже не купался даже в сентябре. Ну или в начале сентября закрывал сезон. В 25 для меня была теплая, хорошая вода, а сейчас, конечно, пожив здесь и
поняв, что такое температура воды 30, которая я удивлялся, когда сюда ехал, думаю, ну как такое может быть, ну зачем 30? Это вообще нереально, некомфортно. А теперь уже и 25, можно сказать, чуть ли не холодное кажется. Хотя в этом году все равно у меня рекорды, я купался еще в ноябре. Так что, ну, не знаю, может, конечно, быть, знаете, такой день, даже в декабре месяце, когда вот реально весь воздух будет теплый на улице, и, ну, вода же все равно, она уже 23 не будет, конечно. Она уже будет поменьше. Может быть, еще и искупаюсь, а может и нет, не знаю. Сейчас иду и думаю о том, что солнце спрячется, а я босиком, блин, и холодно ногам будет. Потому что сразу понизится температура до 20 где-то. Ну, тут одни рыбаки, никто не купается. Можно назад идти, в принципе, тут далеко зайду. Возле стадиона мы находимся. Не дают облачка пройти нормально закату, все вылазит, закрывает солнце. Или пройтись еще чуть-чуть. Давай, инвайт, пока еще светло. Светло, тепло. Даже буйки не убрали. Цивилизованный пляж, которого нет, можно сказать. Обычно буйки все достают на зиму, а тут что-то забыли. Водичка, ты супер. Для ног уж точно. Пятнадцатый пляж впереди. Это уже не оба исчисления, а лайнер пляжа. 15-й. Отель Blue Sky, отель Ананас перед вами впереди, вдалеке. Друзья, напоминаю о том, что на канале выходят также видео, которые видят только спонсоры. Как стать спонсором, нажимайте кнопочку «Читайте», выбирайте. И в этих видео спонсорских можно писать комментарии. Так что присоединяйтесь. Спонсора у нас 5, кажется, человек на сегодня. Блин, а руками воду берешь, она еще теплее, чем ногами, кажется. Настолько тепло. Вообще. Вот здесь где-то Big Blue пляж был. Долго он довольно работал. Сейчас вы видите, тут ничего нет. Все на зиму уже вот сделали баррикады из песка насыпи, чтобы не смыло кафешки пляжные. Поубирали эти все заградительные буйки там дальше. При штормах зимних может это все унести, конечно.
спасибо, что написали мне, что тот пляж, который за White Invite сразу, он не отель. Сельчуклук Анаклы или как-то так, я до сих пор еще толком не выучил, но вы мне написали, я обещаю выучить название правильно. Я знаю, где он находится, я всегда его смотрел, подходил, мне нравилось там, какое там это, иллюминация какая вечером, всегда красиво, но я думал, что это отель, это получается жилой комплекс. И пляж принадлежит жилому комплексу, поэтому сейчас, если повезет, рыбку вам покажу. А, и так покажу, уже есть он. Если я не ошибаюсь, вот впереди этот Сельчуклук Анаклы. Он у нас, мы проходим. Да, кажется, вот-вот-вот. Тут рыбка есть, и плохо видно вам. Рыбка есть, сильно большой там нету, но, в принципе, есть. Так, а здесь что-то вытащили без крючка вообще, что ли. Думал, что рыбка вытянет. А там свадьба вроде впереди, он там ближе к Монарх-Сити по берегу. Так вот пусто сейчас. Прошли мы сегодня много. Напоминаю, что это вторая часть. Иду я от White Gold. Сколько я снимал? Сейчас примерно 20 часов. Точно минуту не запомнил, когда я начал снимать. На всякий случай, всем пока, люди, не забывайте лайк поставить и посмотреть первую часть, кто не смотрел. Это была Алания, у нас 24 ноября. Еще пару минут пройдемся, видео автоматически выключится, где-то около 15 минут, когда будет. Очень комфортно, очень классно на улице сейчас, совсем не холодно, не холодно и даже не прохладно. Чуть-чуть прохладно будет, если покупаться, конечно. Здесь есть люди тоже на спортивных площадках возле White Invite. И там, где Сельчуклук Анаклы, там кто-то купался, я вижу. Возможно, еще будет маленькая третья часть, потому что я сейчас планирую помыть ноги и выйти сюда к цветному фонтану, к теннисным столам. Назад пойду уже по набережной. Даже носки натяну, наверное, в свои тапочки, потому что холодно будет, солнце сейчас прячется. Так что, люди, возможно, третья часть будет. Кому интересно, смотрите. Мы выйдем к цветному фонтану туда и к теннисным столам. Может быть, даже немножко пройду в сторону Монарх-Сити, но не знаю, подумаю сейчас. Монарх-Сити, Парадор, может быть, до них дойдем. Все, солнце еще быстро не убежит, время есть до потемнения. И вот White Invite, как выглядит сейчас.